Всем привет, ребят. Проснулся и тут смотрю, такое, завезли парик на нашего героя-антистрелка. Сейчас мы будем его забирать и тестировать, смотреть, что у нас поменялось. Ну и, конечно же, поставим второй талант в его дырочку. Вторую. В первую мы уже его поставили. Сейчас будем тыкать во вторую дырку. Так, что тут у нас? Не выспался я после вчерашнего ПБХ ночного. Ну, вот такой вот у нас базар. Камни дают, исцеление дают. Кстати, сегодня будет розыгрыш на второго пирата. Думаю, попозже чуть-чуть запущу стрим. Так, камни новые на руны. 500 огневиков. Третья карта, ну, конечно, нахрен они не нужны мне. 5 исцелений, я не знаю тоже, что я буду с ними делать. Но самое главное, мы собрали парик на нашего антистрелка. Окей. Новые даже сундуки дают. Тут дают третий прайм руны. Вот так вот. Так, идем открывать плюшки. Это, по-моему, с этих, с молотков. Вчера играл. Так. Опять 5000 камней. Ужас просто. Что с ними делать? Так, три коробки. Где ты, блядь? Что мы вообще делаем? А, тьфу ты. Мы идем открывать на него. Давайте коробки сразу откроем. Интересно, думаю, будет. Посмотрим уже на него действие. Неплохо, ремка, психощит. Если бы, конечно, пятый, было бы интереснее, думаю. Ну и так неплохо. Так, третий сетик. Все, это все, что ли? Что там у нас по исцелениям делается вообще? 6 штук можно будет напихать ворожаем. Попрокачивать в топ. Так, окей. Побежали искать этого петушка нового. Где там он? А, вот он. Вот такой у нас ворожай. Ворожай, говорю. Фрэнки. Так. Да похрен, во что мы его поставим. Ставим его сюда. Так. Поставим ему ангела. Так его собираю, будто я сейчас, блядь, буду его тестировать где-то. Нахрен это все надо. Вообще. Так. Где ты, блядь? А, вот ты. Вот такой вот у нас Фрэнки. Классика. Классический антистрелок. Делаем вот так, и получается Фрэнки железный вратарь. Властелин дырочек. Или шариков. Да, властелин шариков. Вот так назовем. Мячиков. Так, ну вот так он теперь выглядит. Петушиный парик. Не знаю, чему это все было, но, скорее всего, они увидели то, на что мы собираем, и решили нас немножко поразвлекать. Так. Что он дает? Атака 400, жизнь плюс 10 тысяч. Побежали, посмотрим на него в действии. Чё, блядь, приближайся нахер. Так, иди сюда. Сюда иди, я сказал. Ну вот так он теперь выглядит. Найдем, посмотрим, как работает его скилл теперь в бою. Опа, опа, чик. А нихера не изменилось. Ай-яй-яй, как его, блядь, убили быстро. Что это было? Что это было? Да, скорее всего, он сам себя убил. Не выдержал этих мук. Ой, еще и огнекрыло. Так, ну что теперь? Да ничего теперь. То же самое. В общем, такой вот скин беспонтовый. Вообще нахрен никому не нужный. Вот смотрите, ну.
Ну что тут такого интересного? Тут добавили его. Чисто так, лишь бы добавить, что ли. А, футбольные мячики, нихера себе. Вот это да, вот это да, ребята, это жесткая молния была. Действительно, имба. Просто, блядь, просто имбище. Вот не хватало мне, блядь, футбольных мячей на аккаунте. Супер, просто супер. Еще и в день хранителя долбит двумя молниями, что ли. Ну, короче, вот так вот. Все, захуярил он их, зафутболил. Ой, не знаю даже, что вам сказать на это все. Я просто уже не удивляюсь этим скинам. Да ты что? Ну жесть, ну давай, 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 Бигфута! Ну что ж ты так, куда ж ты бежишь, футболист ебаный? Че ж ты туда бежишь? Вот все, забил гол. Короче, вот так вот, ребят, не знаю. Как по мне, полная дичь. Просто полная дичь. Разблокировать. Каменная кожа. Ну, бастион, я не знаю, хотел на нем грубую силу потестировать. Пока не знаю. Есть смысл бастион ставить. Думаю, смысла никакого нет. Ну, в общем, вот так вот. Такая вот дичь. Вы уже пишите в комментах, что вы думаете по этому поводу. Но я не знаю. По-моему, скин Бигфута намного интереснее. Ну, два шарика бьют. Хочется какого-то, блин, ну, я вот не понимаю. Игра раньше была там... Какой-то стиль был определенный. А сейчас что получается? У нас, блядь, любое событие началось и будет под это событие скин добавляться. Ну, а где же как бы линейка, сюжетка игры, где все должно быть как-то четко распределено, не знаю, там красиво все должно быть сделано в одном по фэншую, там в одном стиле, блять, а это что получается? Так, лишь бы, а, блядь, событие, ну давай добавим скин под это событие. Там футбол, о, ебать, футбол, давай мячиков напихаем в скины. То, блядь, день повара был. Сейчас даже можем посмотреть, что тут у нас последнего было. Тут пацаны явно пошли в этот, на фильм «Трансформеры». Ладно, это еще допускаем. Тут я хер его знает, они начали увлекаться футболом. Тут вообще непонятно, что это такое было. Ну ладно, тоже похоже они себя возомнили, что IGG, вот никто не знает, что за это, за разработчик этой игры решили на футболочке добавить IGG. Тут был день повара, однозначно. Просто пирожка натыкнули кому-то на что-то. Тут, по-моему, этот, как его, Тор, или что там, уже не помню, тоже похожий на него, там был дракон. Тут я хер его знает, каких-то ужастиков присмотрелись. Тут у кого-то была на IGG свадьба. Воду решили тоже трешануть. Это они поехали на бейсбол. Тут я даже не буду говорить, что они смотрели. Это они посмотрели «Один дома». Это кого-то джина зафиячили. Ну, это Дед Мороз, понятно все. Ну, тут они сходили в больничку к охуенной медсестре. Тут тоже непонятно. Тут они просто курили. Мексиканскую чачу пили. 300 спартанцев. Тут, блядь, рок-концерт был. Тут даже не знаю, как это назвать. Тут, блядь, просто нет слов. В цирк, наверное, сходили. На рок-концерт. Тут Золушку посмотрели. Тут пиратов. Это я даже не знаю, как назвать. Ну, дракон, ладно, еще. Блядь, ну вот это Робин Гуд, где споймали, там ебут, это однозначно они посмотрели. Ну, Гаргул тоже из той же серии. Вроде все, а тут вот
Ну, вот тут вот более-менее вот нормально, какие-то герои, одинаковая линейка, что-то интересное какое-то, блядь. Короче, не знаю, ребят, то как-то вот так вот. Я на это все посмотрел, как только проснулся, поэтому такое вот мнение, не знаю. Вы уже пишите в комментах, бомбите. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репостики. Ждите новых видосов. Я пошел. Всем пока.